Стоят мальчишки. Классно. Такой перец у них интересный. Да, так интересненько жарит. А там Паша наш это. Только что купили магнитиков, да, Пашуль? В том магазинчике. Я улочку немножко сниму. Со стороны. Вот менюшка. Вот это мы будем есть. Ну, только с курицей. Ну да, да. Да? Третье. Да? А вон у нас штукеренок стоит. Девочки идут в школу, хочу еще снять девочек, пускай поближе подойдут. Уехал на штуке, по-моему. Да. Он, наверное, нас преследовал. Хотел еще нас подвести куда-то. Сейчас, Паш, подожди секунду, девок хочу снять. Что он завис? Для брикона. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Зависает он что-то у нас. Надо было его перезагрузить, Пашуль. Сейчас, наверное, это и сделаем.